Всем привет, дорогие друзья! Ну что, давайте сделаем быстрый завтрак, который приготовится буквально за 5 минут. Первое, что нам потребуется, это кусман хлеба. Дальше добавляем горчички. Вот так вот. Сколько вы считаете нужным? Что нам потребуется дальше? Нам потребуется чуть-чуть майонеза. Ну или столько майонеза, сколько вы считаете вам нужным. Добавляем майонез. Дальше. Нам потребуется, в моем случае, это будет огурец. Без лука, без ничего. А вы уж как хотите. Можете с луком, можете с чем-то еще. Так вот, берем, чуть-чуть нарезаем огурец. Это плохо пойдет. Уничтожаем. Через рот. Нарезаем огурца столько, сколько нам мы считаем нужным. Тут я его чуть-чуть уже покромсал, это опять же уничтожу. Так. Огурцы выкладываем. Следующее, что нам потребуется. В моем случае это вот такая вот вкусняшка. Это называется грудинка деликатесная. Глобус. Именно у меня. Но можно и колбаску обычную. И дальше что нам потребуется? Потребуется, конечно же, сыр. Какой сыр? Да тот, который больше любите. Нарезаем. Оп. Оп. Что мы делаем дальше с данным делом? Берем, накладываем, накладываем. Так. Этот кусок лишний оказался. Уничтожаем. Дальше. Мы это дело кладем в тарелку. А вот дальше. Ну а дальше мы всю нашу тарелку ставим в аэрогриль, либо в духовку. В моем случае в духовку я ставлю прямо в тарелке. Смысл в чем, чтобы она не сломалась. Ставлю просто режим разогрева. Это получается 6 минут, 250 градусов и максимальный обдув. Ставим. По факту можно и на 3 минуты ставить. Ждем. У нас прошло 6 минут, оно пропищало. Все, наш прекрасный бутерброд горячий, вообще божественный, готов. Дальше мы берем тряпку и переносим на стол. Пожалуйста, приятного аппетита. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорых встреч.